Девочки, сейчас мы будем тестировать вот эти продукты. Это продукты от марки Propeller с салициловой кислотой. Эта серия хорошо помогает бороться с прыщами, подходит для проблемной кожи. Здесь маска из глины, из трех видов глины, и лосьон-тоник. Я предлагаю сначала сделать маску, а потом, после того, как мы ее смоем, нанесем лосьон. Наносим, исключая область вокруг глаз. Я наелась сладкого. И у меня не очень кожа сейчас хорошая. Так, оставить ее нужно. Сейчас, подождите, прочитаю. Оставить на 10-20 минут. Оставить на 10-20 минут. Интересно, она будет сохнуть или нет? Кстати, написано, что вот этой упаковке должна хватить на 5-6 применений. Мне кажется, мне надо еще потолще нанести. Все, маску смыла, она вообще не щипит, она не сохнет на лице, не стягивает. Небольшое ментола было ощущение, но это не очень долго. Давайте нанесем тоник. Я обычно тоник наношу без ватного диска, но так как это с кислотами все-таки, я на ватный диск тоже вокруг глаз не наносим. Обычно я после тоника наношу сыворотку, но у меня сыворотка с гликолевой кислотой, а этот тоник салициловый, я не буду сегодня наносить сыворотку. Нанесу сразу крем. У меня сейчас заканчивается балет ночной, еще на недельку. Мне на 5 еще хватит. Вроде бы для сухой кожи вот этот крем не подходит, мне сказали. Я нормально, жирный, хорошо.